5 июня 2021. 34 года городу Славутич. В Центральном парке люди гуляют и ожидают праздника моды от Натальи Дацко и Ирины Педлипской. Ох, какая красота! Это пластинка, что ли, сверху? Это виниловая пластиночка. Пластиночка. Ну, это вообще экскурс в детство. Да, ну, смотрите, вот сюда, да. Это на подходе. Приятно. Такая элегантная. А, спасибо большое. Ну, да, в таком образе я еще не был. Шляпка хорошая. Подготовка к показу идет полным ходом. Все модели очень волнуются. Ну вот мы идем сейчас на показ, да, на сцену. Такие мы все красивые. Да, очень красивые. Моя подружка Леночка Репина уже принимала участие в таких показах. Ну а для меня это был первый опыт. Помимо эстетического наслаждения, мы с Леночкой получили подарки, сувениры и цветы. Девчонки, вы такие красивые, офигеть. Спасибо. Просто. Мы стараемся. Вы очень красивые и такие прям необычные. Такие вот, но знаете, я, честно говоря, к украинским венкам отношусь очень... проблематично, потому что мне кажется, что только девочки молодые могут венки носить, а те, кто уже постарше, они уже должны быть в хустках. Но это же не просто венки, это головные уборы какие-то сумасшедшие. И тут именно относишься как к головному убору, то есть как к шляпе прекрасной, как к какой-то... Поэтому, девочки, вы великолепны, вы красивы, обаятельны, обворожительны, дай Бог вам здоровья. С замечательным дизайнером-модельером, создателем эксклюзивных образов Натальей Дацко. Фото на память. Этот праздник красоты подарил мне много интересных знакомств с замечательными людьми. А вдохновение Натальи Дацко и дизайнера авторских головных уборов Ирочки Педлипской зажгло и в моем сердце творческий огонек. Большое спасибо вам, наши дорогие, за внимание и за вкуснейший торт, которым вы нас провожали.